Двух сотрудников киевской патрульной полиции будут судить за избиение прохожего. Прокуратура направила в суд обвинительный акт. События произошли в ноябре 2016-го возле одного из киевских гаражных кооперативов. Полицейские набросились на мужчину, снимавшего на телефон копов, которые проверяли на алкогольное опьянение водителя. Случайного свидетеля избили, отняли телефон и удалили видеозапись. При этом не учли, что их действия фиксировала уличная камера видеонаблюдения. Потерпевший написал несколько заявлений в полицию, но в столичном главке подтверждения неправомерных действий сотрудников не нашли. А вот в прокуратуре заметили превышение служебных полномочий. Обвинение предъявлено патрульным, грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Напомню, осенью 2016 года глава МВД Аваков пытался пролоббировать законопроект о презумпции правоты полицейских, который содержит в том числе и запрет на видеосъемку. Но народные депутаты и общественность резко осудили такие поправки, как неконституционные.